Да, я говорил, что свалился с лестницы, но на самом деле я попал в аварию. А, точно. Да, было дело. Авария, да. Серьезно? Как? Даже в песне есть. Власть же, да? Я вез заказ на мопеде, как вдруг на перекрестке в меня врезались. Еду себе и тут бам! Открываю глаза, а передо мной вот тут прямо колесо. Прямо перед лицом. Это было опасно. Я попал под машину, а на следующий день не мог пошевелить плечом. Я его выбил. Я его уже выбивал, но не так сильно. Если бы я полностью попал под машину, то тогда бы... Он поэтому перестал бибоить. А агентство знает? Нет, я не говорил. Я подумал, что меня выгонят, если я им расскажу. Я повредил плечо, пока работал курьером. Я честно им признался, что больше так не могу. Я все это обсудил с ними. И я прекрасно помню, как они сказали, что подождут. Они попросили меня попробовать еще раз. Не могу этого забыть. В итоге я согласился, и они пришли к тому, что оплатят мне обучение в колледже. Я очень сильно переживал за учебу, за то, что не могу оплатить ее. Моей семье она была не по карману. Когда я им рассказал, меня спросили, почему они не узнали об этом раньше. Они бы мне уже давно помогли, если бы я им сказал, поэтому я... Так вот оно что. А я не понимал, что за выбитое плечо. Теперь ясно. Да, и вот сразу после этого я и уволился оттуда.